Итак, перед нами два гиганта, два односкатных вездехода 20-тонных. Один из них это у нас самосвал, второй бортовой. Оба они Евро-4. Если кому нужно будет Евро-2, есть такая Евро-2. Оба они 16-го года. В чем их различие? У обоих мосты КамАЗ. Оба с кондиционерами, с подогревами, с фенами, ПЖД, тахографами, все есть. Просто, ну вот, в большей степени самосвал, бортовой. Если самосвал, переделка, она сложна. Переделка на тягач, точнее, не сложна, она, ну, она дорогая переделка. То с бортовым это попроще. Кузов убрать, удлинить или оставить, седло поставить и все перевернуть. А здесь это все-таки самосвальная установка будет подороже, чем бортовой кузов. Итак, оба они со спальниками. Просто у бортового пробег 34. А у самосвала 53. Разница 20 тысяч километров. Кому нужно переделать, и переделано Евро-2. Ну, по мне так, судя по тому, сколько звонят и спрашивают, Евро-4 тоже вполне уйдет так. Ну вот, вот такое различие в двух словах этих двух монстров. Вчера спрашивали в Инстаграме, какие самые дорогие машины. Но если не брать из современных, если брать из 16-х годов, то это самые дорогие машины. КамАЗ. Другие бренды не берем. Стоимость бортового 3600, стоимость самосвала 4 миллиона. Как наличный, так же безналичный расчет. Обзоры по ним отдельно есть. Кому нужно, отправлю. Пишите мне по WhatsApp, отправлю. Вот так, друзья. Всем спасибо. Всем пока.